А помнишь, друг, команду школьного двора? На переменах, как играли мы в футбол. Восьмой В класс на матч настроенный с утра. Он ради матча только в школу и пришел. Сережа Яцек на подаче номер раз. Как по мячу умел лупить он сгоряча. Матаев Саша, самый маленький из нас, стоял в воротах, по бокам два кирпича. Скорубский Игорь, он отличник, он же шеф. Он был в защите, как Игорь Башняков. Оруча воплями закручивал нас всех. И на распасе скромный автор этих слов. Вот посылают Юрий Каменев упас. И Камень виртуозно так берет на грудь. А Жорик, он самый азартный среди нас, и он любого переспорит как-нибудь. Да, вот это наше поколение, обитая в нынешних мирах. Вспомним те прекрасные мгновения, как объединяла нас игра. Заядлый Фойнич, Каланча, ментовский сын, в тройке Конощенко и Юра Коробков. У Лени Фридмана наметились усы. Все это помнит скромный автор этих слов. И сын министра Юра Шикас был при том. Такой, как все мы, очень правильный пацан. Мы бились насмерть, а уроки ни при чем. Похожи общим выражением лица. Вот тут как раз и начинается кино. И подливает в это блюдо остроты садыла Лорочка, глядящая в окно. Наш внутришкольный ангел чистой красоты. Да, вот это наше поколение, обитая в нынешних мирах. Вспомним те прекрасные мгновения, как объединяла нас игра. Уж 35 годов минуло с тех пор. Мы изменились, стали суше и мудрее. Сергей Яценко прямо в гору как попер. И главным сделался таможником в стране. Башняк, он в Гипромезе служит с давних пор. Купил НИИ на Шаруча как-то между дел. А Кривошеев бороздил морской простор. И без него морфлот конкретно обеднел. Скорубский Игорь нынче на святой земле, где путешествует на велике с утра. Имеет с маслом хлеб насущный на столе, но не имеет больше школьного двора. А Фойнич спился, и дошел он до конца. Не каждый выстоит в погоне за мечтой. И Шика сын министра, правильный пацан, сам выбрал место под могильной плитой. Да, вот это наше поколение, обитая в нынешних мирах, помнит своей юности мгновения, как мы были молоды тогда. Садыла Лорочка, что так была мила, живет в Америке довольно долгий срок. А Жорик, чей она симпатией была, кирует банком вместе с автором всех строк. Алёня Фридман, он теперь сантехник сан. Матаев Саша быстро делает дела. А где Конощенко, в каких таких краях? Кого куда дорога жизни завела? Ну что ж, повязаны мы все одной судьбой. Полсотни Игорю смерти выиграв не раз. Он у нас был тот замечательный футбол. И были мы далеки тот восьмой В класс. Он у нас был тот замечательный футбол. И были мы далеки, тот восьмой В класс.